Эй, бездельники, вы на канале, а? Бездельник, и мы продолжаем играть в гольф с друзьями. Записываем шестую серию сразу после окончания пятой. И давайте выбирать следующий уровень. Это у нас эскейпист по одноименной игре. А потом глубина, это будет последней локацией в классическом режиме. А вы, ребят, не забывайте писать в комментариях, какой режим проходить нам дальше. Хоккей или баскетбол? А может быть, какой-то настроить самим. Ну и вообще, что, оставляйте, да, комменты, ставьте лайки. И сейчас будем начинать. Так, обновление банданного кодекса, обновление цветов. Краткий экскурс, плесень, светло-желтый. Кто вы? Что вы? Да-да-да, ярко-желтый, ношу платок в правом кармане, ищу большой пенис. О-о-о! Ух ты! Стоп, а у себя Да. или у кого-то? Я не знаю, где-нибудь. Хоть бы где-нибудь найти. В нынешнее время это да, это правда Так, тяжело. розовый в каком кармане? Правом. Правом. Игры с дилдо пассив. О, ну, жизненно, как бы скажу, жизненно. Приемлемо. Да что ты вы, что у тебя жизненно? Чего у меня жизнь? Игры с дилдо, пассив? Да. Вранье, все, поехали, поехали. Что у нас? Go, 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 go. Escapist. Как быстро поехали сразу. Так это я не тебе, это я дилда. Да. Я его как раз здесь подключаю. Блять. Да в смысле ждем других игроков? Кого еще, блядь, ждем? О, Да тут. ёп! На, нахуй, Мысли, вылетел. блядь, мысли. Ебать, никто не попал, что ли? Вообще никто. Не, Хорошее начало. я мог с первого попасть, но я что-то как придурок Да на мы всю все баху. могли. Да. Ой, Пол хорош такая. на первом. Плотная борьба. Стоп, бездельник на первом показан. А у Нет, меня я. плесень. А, у каждого свое, блядь, понятно. Ну, хоть не вылетел. Блять, а можно обратно? Да господи. Увлекательно. А я помню, у Замая была проблема отсюда выбраться. Потому что это дурка какая-то. У меня проблема с тем, что... Да я не могу за это. Просто немножко надо подождать. Терпение нуль. Ну какой в этом смысл? Блять, без денег, ну потерпи ты немножко. Да это само, блять. О, и вправду. Там Хорошо. еще воды сломанный какой-то. Ну да, это только здесь, кстати. На всех других похожих картах, похожих подъемах такого не было. Так, лунка 3. Тут что было? Старались, как бы видно. Ой, кошмар какой. Ой, далековато. Пиздец. Так, чё, а в Escapist-то будем играть? Я не играл никогда. Ну, я думаю, после этого, после оверкукта можно смотрите, там попробовать. унитаз, смотрите, там очко, его драить можно. Ну, я в Escape сыграю как в Sims. Только если так, согласна. А чё, так можно? Да я тоже так буду. Ну, без побега, будем просто драить толчки и друг другу в задние проходы иметь. Звучит ну, там как еще хайп. задания выполнять, вот это жизнь. Кушать, заниматься спортом. Заниматься анальным спортом. Да, это не хорошая спорт. затея. Это не спорт, а как это? Ничего себе не спорт. Это не спорт. Блять. Я Это укатил. хобби. Это хобби. Это хобби. А чё, хобби не может быть спортом? Да. Но это не профессиональный спорт. Как? Это не профессиональный. Анальный. Да, даже в слове профессиональный. Я вас поняла. Ты поэтому не начинай такие раз... держишь. Да, не начинай такие разговоры с нами, блядь. Мы максимально все, серьезно все, относимся все, к этому все. виду. Ебать, плесень уебок, блядь, у него получилось сюда попасть. Да уж, блин. Я не туда. Я думал, я через ножку, блядь, получил. Че уебок-то, а? Ну получил, должен радоваться, у тебя друг попал в дырку. Не в его просто. Да, не в мою, понял, блядь. Понял. И не с первого раза, дружок. Какой ты мне друг, если не с первого попадаешь? Но я прощупывал. Не надо мне прощупывать, ты друг, знать все должен уже. Значит, ты не как друг. Тебя можно знать? Ты вот просто вот
на записи утверждаешь, что у тебя пенис 24 сантиметра, 25. А потом я другую цифру видел. 25, ты ничего не видел, блядь. Да, конечно. Все я видел. Ну, может быть, может быть. Стоп, ты сказал, что ты подтверждаешь, что 25, блядь. Переобулся опять. Вот и переобулся. Вот и переобулочка от плесени. Я, может быть, ты... Отвлек меня. Вау, красиво. Не отвлек, а завлек. Назови вещи своими именами. Я хотел тебя поддержать. Кто? Но видишь, ты переобулся, получается, переобулочка. Мне надоело тебя поддерживать, потому что... Откуда эти шляпы пожилые, модные, почему их не всем дают? Я тоже не понимаю. Не то, что не всем, только полкрош дали. Она ж лучшая. Целых три. Ёбаный рот, блядь, у меня ноль, да. Это все ваше. Блядь, перелетел. Да. Ребят, на какой мощности? Понятия такой. Все, я понял, 3.5. Охуенно. Не сработало. 3.5, нормально. Вы же по воде прыгать можете. Работаем. Пизда. Ну много очень. По воде прыгать можете, не забывайте. Вам не обязательно вот, на трамплине или что-то. Не сильно, просто бей и прыгай по воде. Ебать, теоретик, нахуй, шизоид. Чекушка, блядь, как там вот это? Ноль. Целковый. Это знать надо. Какой-то отстой. Распишите в комментариях полностью. Счет древних русов. Ну да. Ты сам и распиши, ты же знаешь. Да сейчас, блядь. Блядь, а тут вон тоже что-то с водой. Я тебе актив тут поднимать собрался, а ты, блядь, пошел. Ну не все, не все знают настоящий правильный счет. Поэтому нужно подсказать зрителям. Мы только что подсказали начало, дальше пусть сами додумывают. Ну как они и додумывают, всё, это знать надо. Все, пошел в жопу. Понял. Блин, нифига тут резко поменялось настроение. Да все такое же, веселое. Ебать, тут еще и сгореть можно. Ну, задорная тюрьма, а теперь такое ощущение, что тут так. Не очень задорно. Не то! Блять, и правда подгоришь. Подгорышь. Блять, ну почему сюда попал? Да я заебался. Да почему? Едет он, а не я? Как много ударов лишних. О! Блять. Пиздец. Обожаю, блять, конвейеры, станки, вот это все. Так, это конвейер или станок? Ребята, там это нет. Конвейер или станок? Я не понимаю. В данном случае конвейер гейминг. Да-да, это мы. Зачем я этим занимаюсь? Блять, почему этот лох выигрывает? Да пошел ты сзади, сам ты лох. Да. Ну, когда вот другой лох выигрывает, тебя это почему-то не смущает. Какой? Я? Куя. О, папа сейчас пройдет, ебать, с трех. Блять, отстой, опять какой-то произошел. Изи, изи. Берди. Посмотрите, Гришу и тут и там показывают. Оу. Плесень лошара. Нет, ты лошара. Нет, ты. Да, я ты чмо еще, кстати. Ты чмо? Ты. А может быть ты? Ты. Нет, ты. Ты. Ой, ты. Да, ты. Вы. Ты. Вы. Ко мне на вы? Ну я себе не буду на вы. Ты. 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 Ты, нет, ты. Ты. Блять, ну дай поиграть. Ебаное говно. Я в тюрьме не работаю. Там опять же в калитку надо, да? Под калитку. А, там еще одна, что? Да. Еще такие сильные, там куда вообще? Я прямиком в лунку. Так, хочу. Лютый. Пиздец. Блин. Говно из жопы, кстати. Прикольно, там швабра нарисован, кстати.
Что-то напомнило? Нет. Ладно, хоть не вафли. Стиль у нее интересный, да. Главное, чтобы не вафли. Ой-ой. Блять. Ой-ой. Что это было? Переживание. А чё вот за хрень вокруг лунки сейчас? Какая? Собаки. И солдаты. Страшно. В смысле, вот прям... Она как-то сделана странно. Ну, по-другому, да, там еще одна выемка. Это другое? Не другое. Ну, я не понимаю. Так. Удобно. Понял. Туп кайф. Ой-ой-ой, немножко не залетел. Блять, синлох не залетел, лошара. Ты что ж не залетел, блять? У меня все круто, а ты перелетел. И еще раз не долетел. Лошара! Лох! Блять. Лох! Плесень. Что ты хочешь от меня, блять? Хочу выиграть себя. Посасывай, он там на втором месте сидит. Чего? Сейчас ты попам засовываешь, блять. Да, уверен? Да. А мне так не кажется. А мне кажется. Ебать, чуть ли не с первого прошел, а вот гнедосина, а? Ну, посмотрите, просто либо гнедосина, либо лох. Другого не дано. Этих людей вы подписывались. Не, ну ты плесень еще, по факту просто. И что теперь? И то теперь. Все. Плесень крутой. Не знаю, никто, кстати, так не считает. Все так считают. Да кто? Я вот под шпон. Ваши люди, о которых вы говорите, блядь. Бездельники все, которые смотрят канал. Неправда. И даже в комментариях напишут. Чё, плесень напишет? Нет. Я тебе вообще комментарии не буду писать, ты. В смысле не будешь? Не буду. Ну я тебя заблокирую тогда на канале, нахуй ты нужен. Ну вот. Нахуй тогда. Вот так вот оно. Чё, не придётся? Ты официально разрешаешь не смотреть твои видосы. А я как бы вообще не заставлял. Он заставляет, не слушайте его, заставляет. Чего? Заставляет. Чего? Кого я заставляю? Меня заставляешь. Не надо тут. Надо, что, надо. Хуя. Не надо тут сказки рассказывать. Да я и не буду. Я тебе по факту говорю. Чё, гнедосина выиграла, что ли, уже? Чья, да. Изи! Какая-то безысходность. Нормально, нормально, все, давай. Получится сейчас. Ну сейчас точно. Ну немножко промахнулась. Понимаю. Ну вот сейчас вот уже 100%. Бля. Так, плесень проиграет, да, эту игру, правильно понимаю? Господи, я надеюсь, что ты заткнулся уже. Не хочу выигрывать. Мне кажется, нужна какая-то свежая порция бездельников. Это была жестко задушена. Произошел траллинг. Да. Вяленький. Висит. Висит. Ой, лошар не попал. Что за ебло? Бля, о, очко, очко! Прош. Чё? Как дела? Нормально. Ой, блядь, я этот уровень не прошла. Да. О, плесень там ебать. На днище. С двух ударов. Поддержим, поддержим. О, плесневелая вонючка сейчас перекатится. Ай, не получилось. Ага, отсосал, ты понял? Чего? Хуя. Поля, у тебя здесь не получится сразу попасть там, потому что нету подъема. Ага. Прыгай.
Если слабенько, ударь, в принципе. Можно забрать. Ну да, если слабенько и прыгнуть. Ну, это чушь, тут очень сильное течение. Ну ты просто правее чуть-чуть так делаешь, не сильно. Давай, прошу. Да. Ничего, не прыгай, не прыгай, не прыгай, ты лучше бы скатилась туда. Куда? Ну, туда, в канализацию. Куда-нибудь на парашку. Прош, чё молчишь? Чё сосредоточено. Да, чё сосредоточено какая? Мы летсплей записываем. Что? Я, а может быть ты? Какого-то позитива нету. Вы что, скажи, ребят? Скажи, что прессинг хороший. И всё. Может, больше до конца игры ничего мы же даже не в Overcooked играем, вы чё какие? Он даже не вас оскорбляет, только меня. Почему? Я никого не оскорбляю, почему вы говорите, что я всех оскорбляю? Нет, нет, нет. Кстати, можно за 66 пройти. Кому как? О, как. Нормально. О, ты тоже так же. Все так же. О, заебись. Ну а я чисто все проебал. Че, Захарик, не получилось немножко? Нет, получилось у меня все. Нет, ну мог типа долететь, да? Ну, может быть. Не, ну ладно, я походу тебя не выиграю, но нужно постараться на ачивку. Мы с тобой вместе можем на ачивку пройти, за пар пройти. Нет, я могу в любой момент могу до 14 сыграть, поэтому... Не, ну конечно, у нас один уровень еще остался, еще одна лунка. Вот. Давайте стараемся. Вы еще издеваетесь. Где-то... Сейчас всех за май обгонит. Оо. Not bad. Я просто медленно разгоняюсь. Чё, мне надо за 5 тебе, у тебя есть 8 попыток даже, да? Нет, не меньше. 66, это сколько? Ну да, блин, камни, блин. Тут как? Очень дурацкие. А, тут там можно... Там конвейер. Блин, при возрождении включается эта уродская камера свободная, что за... Сразу урод. Блять, зачем меня выкинуть? Меня надоебывает, потому что че ей надо? Кто такой, блять, этот ваш бой? Блять, ну почему, а? Ну все, у меня не получится, блядь. Походу. Как так, блять? Блять. Ух. Нет, нет. Ебать, у меня получилось. У меня получилось пройти за 6. У меня за 8. Отлично, мы с тобой на тоненького, красавчик. Ну-ка, плесень, давай пятюньку. Сейчас, подожди, я об ягодицу шлепну. Давай. А? Не слышу? А, хорошо, по попке, хорошо. Понравилось? Да, очень, очень понравилось. А, я за 67, я не прошел, молодец, у меня 5 было. Ебать лоха. Ни одна тюрьма меня не удержит, еще что-то. Хорошая ачивка. Ой, блять, не получилось, а? На один удар больше. Че, ребят, на глубину погружаемся? Глубину. Блин, я хотела плавник надеть. Сменить? Могу назад сейчас выйти. Да не надо, не надо. No! Сказал. No! А, я вспомнил, это бильярд. Какой бильярд? Не знаю, мне напоминает полотно бильярд вот на этом уровне. А, темное это? Темно-зеленое? Да, этот уровень напоминает самый ленивый вообще, который можно себе представить. У меня подмышка чешется. Прикольнитесь. Прикольняемся. О, с первого. Я тоже. Hold in one. Прош, чё молчишь? Ты мне пристал. Да ну а чё какая-то ещё невесёленькая? Какая-то невесёленькая. Ух ты. Блин, вот это жёстко, да. Вот это прямо, ну, конечно, уровень. Скилл. Здесь за 64, да, надо пройти? Угу. Где тут вообще 64? Они так по 18, по-моему, пройти.
Так, ну что, скилл? Скилл. Бездельник тоже скилл, да? Скилл. Скилл. Произошел скилл. Блять, как у меня получилось вылезть? Вот это лох вообще. А это уже анскилл. Там потому что это как бы тоже рандом. Мало же его, и вот еще. А чё, а? Одна. Ну, скилл. Блять, заруинил всё, в пизду, блять. Все заруинил. Помоечку, да, туда, блять. Это только начало, только начало. Все впереди. Смотрите, там везде парни, очень много ударов, это там что-то супер дико. О, а тут вылететь можно, да? А, это не настоящая вода. Там вылететь можно, короче, сразу к лунке. Ну, я понимаю, я попытался, да, это тяжело. Я тоже попытался. Ну и что это? Дрочево какой-то. Дрючево? Каким-то образом меня сюда... Что не останавливается? Он останавливается на склоне иногда. Почему? Лол. Ровно он, идем. Он никогда. Ага. Почти. Так, на сколько? 3.5, что ли? Это обидно. Не, 3.5 мало. Блять, чуть больше 3.5. Много, да? Ну у меня за пар получился. У меня тоже пар. Че, опять ровненько или по-моему прошу выскочил, да? Не? Нет. Ровненько. Нормально, ну давай, давайте тогда за 64 пройдем, чтобы все получили. Договорились. А, ебать, ребят. Да, мы же, ну, как бы. Мало кто знает, но это зависит от того, что кто делает. Блять. Это уже кажется посложнее. Ну не особо, но. Отлично. Один удар сэкономил. Ой, ну я начал вот эти свои дисциплины. Не, ну плесень тоже, по-моему. Соревновательные. Это хобби или спорт? Ребят. Всем привет, куколды на месте. Это я. Ребят, за 64 надо пройти все. Да, да, держим да. Держим это в голове. Мы помним, договорились. Ля ты жидкий. Блять, сильно ударила. Не... Проша, зачем ты это делаешь? Ты... Да, то я так и сделал. Поль, давай сюда вниз. Не с первой попытки. Нет, я хочу так. А, ну ладно. Раз хочется. Блять. Ну ты не пройдешь просто 64, скорее всего. Я и не собираюсь. Ну а чё ты так? Твой челлендж никому не нужен. Но это игровая, игровая штука. Ладно, ладно, мне нужен, не плачь. Сука. Когда хотел заплакать, но тебе запретили. Блять. О! Красава, браво, браво. Похлопаем, похлопаем, похлопаем. Не, опять об ягодицу. Ну нет, понижнее можно. Не обязательно. Дырка. Ну, если бы вонючая камера не лагала, можно было бы вообще тупо кайфовать сидеть. Блять. Не попал ты. Блять, только прошь попала. Нет. Не попала? Зомай тоже. А, Зомай тоже попал. Ну все, я не пройду, я 2 лишних удара сделал. Ай, ну не плачь только. Да, реально. Блять, да че вы надо мной вот насмехаетесь, а? Кто? Вы!
А как же поддержка? Ну поддержка, ребят, ну поддержка. У нас именно поэтому на кухне ничего не получается. Вы не поддерживаете друг друга. Нет, просто не получается, потому что ты орешь. Да, кстати. Ну ладно, хорошо, значит, сразу после этой серии идем на кухню, блядь, и выбираем, блядь, доказываем, как нахуй. Так ты слишком сильно нажимаешь. Я только что послабее нажал. Вот смотри, Захар, я сейчас тебе говорю, у тебя все получится. У тебя, вот видишь, видишь, как только я начал говорить, у тебя все получилось. Сразу. Нет. Я хороший. Именно с моих слов все получилось. Аффирмации на гольф, ребята. Начинаем свой день, блядь, думаем о лунках, нахуй. Я шарях. Окей. Я гольфист. Understandable. Да. Твою мать. Маму зачем? Что это такое? Блять, говнище. Ой, Прош, как ты некрасиво. Говно тупого говна, кстати. Говно. Малолетний дебил. Остановитесь. Тун-тун-тун-тун. Тун-тун. Как вы относитесь к Сталину 3000? С новой удобной ручкой? Не-не, это другое. Серьезно? Хороший удар. Чему у вас бомба? Опа, а что тут? Надо что сделать? Да, ладно, короче, полная хуйня это их количество ударов. Наебало. Блять, не надо было вниз. Пиздец. И как это сделать? Оп! Нормально. Да, понимаю. Каким-то чудом удалось поверху пролететь. Это и правда чудо было. Не падая вниз. Говнище. Вот этой вот кромки. Ёбать. Типа да. Пиздец, за 8 ударов. Вау! Вот примерно так ты сделал, получается. Ну типа да. Ну, только я за 10. А может быть ты? Вау, за май на первом. Чё? Ой, хорош. Боюсь, ребят. Мужик. Скилл! Так, а что это за... О, ребят, охуенно, там... все попали, почему я, блядь, не попал? Ребят, там ваши любимые рыбки. Нет, но только не эти ублюдки. Жених только вам. Мы с Денчиком чётенько залетели. По-моему, эта хрень меня в прошлый раз вообще не пускала. Не пускала, да, у тебя не получилось. Что за тупость? Какой в этом смысле? Это сложно, мне не нравятся такие уровни. Ну, говно! О, Прош тоже красава. На обсервере показывают. Там рыбы вообще не синхронно вращаются. Как? Люди либо проезжают через рыб, либо бьются об воздух. Вы это видите? Не. Или это недавно игра опять издевается? Издевается, да. Говно. Ооо, это сильно. А у меня тоже баг какой-то свободной камеры, я почему-то не могу ее бесконечно смотреть. Даже когда уже забил. У меня тоже не нажимается. Я думал, это связано с тем, что она в принципе нихуя не нажимается у меня. И при этом включается сама, когда оно мне не надо. Блять, опять вылетаю, ну ты пиздец какой-то. То есть вот они серьезно ставят тут пар 4, да? Ёб твою мать. Да ну, ёб! Ну да, вообще... Дальше от этой лунки оказываюсь. Сейчас все за 4 и прошли. Я да. Я тоже. Ну за май вот с двух я смотрю. Руку, блядь. С 22 хотел сказать, наверное. К сожалению, не смог. Во, чётенько. Вот, за 8. Тоже хорошо. Вы видели просто, как я там великолепно исполнял вначале, что я сделал 4 удара и все дальше оказывался финишем.
Че, нормально, по-моему, идем на 64, да? Че, у тебя хуй через плечо? Зачем он там? Молчит, молчит. Да, думает. Реала, зачем? О, тут опять рыбки. Ай. А, там можно в пушку попасть, да? Там можно пирата в балде, блядь. Непреодолимая горка, пацаны. Блять, я почти в пушку попал. Блять! Охуенно, пушка меня выстрелила и выкинула вообще не туда, блять. Краса вообще лучше. Ебать, просто конченая, блять. Блять, какое днище. Она ебанутая, да? Может быть, как раз. Том и шутка, что ли? Ебать! Что она вами стреляла? Днище. Тут по-другому, по-моему, никак не надо. Не надо. Да, она не должна тобой стрелять, логично, да. Не, меня мною выстрелило, я залетел. Не, мной тоже. А у меня так и не получилось. Все, хуйня. Вообще, забейте, делайте. Бля, 10 ударов. 10. Это сука. Все, за 64 хуй пройдешь, блядь. А у меня 63, потому что... О, я прошел рыбок с первого раза, ребят. А, я пососал хуй. Не, рыба это... Рыба это вафли? Эти рыбы были в другой жизни вафлями, наверное, да? Не, просто типа вот... Я пососал хуй. Тяжелая работа, потому что вот это... Мне Захар нравится, он каждый раз это... Я пососал хуй. Я не успокоюсь. Пока не отсосу все. Да, пока... Я пососал хуй. Я заебался. Блять, слетайте. Бред. Да! Меня окружили ублюдки. А что ты сделал? Я между ними. Не-не, а ты пососал хуй или нет? Помните про паузу, пацаны, мою законную? Да, чё, делаем паузу? Сейчас, да, я. Всё, окей, пауза. Пауза. Законная пауза. Получается, законная пауза незаконно снята и продолжилась законная съемка. Плесень немного в отставке. Ну ничего страшного, плесень немного в отставке, но время не ждет. Блин, ну вот это, конечно, прикольная игра, что как бы... Не, в чем смысл? Блять, я не хочу сдаться. Ну хватит, осталось чуть-чуть. Почему это вода и вода не... Блять, в воде нельзя прыгать. А вы говорите халтурный уровень, нихуя не халтурный. Видели, как придумали, чтобы нельзя прыгать. Прош, сделай вот в этот угол на всю мощность, на всю, да. Во, вот сейчас сделай на всю. Ну или так. Не, во, плесень лох, да? Получается, я не знаю. Блин, а я и не знал, что нельзя... Охуеть, удар кончился. Паузу нельзя делать. Да, странно вообще. Давайте напишем что-нибудь пока. Плесень. Алло, шарик. В смысле? Он не дает такие плохие слова писать. О! А, это ты. У меня лошарик получился написать. А мне... На канал нельзя написать. Ясно, блять. Мне кажется, теперь только так, блять. Канал. Офигеть, почему? Так, я на месте. У нас оказалось, что нельзя на паузу лунку поставить. Я об этом тоже подумал уже, когда ушел. Ну бывает. Нет, один уровень. Но тот не дошел и один пропустил. А еще слово канал цензурит. Да. Я сейчас покажу. Реку. Да ебать. Yes, получился. Блять, как же это тупо. А если написать каналище?
Каналич. Как еще можно написать? Погалище. Канальчик. А если вот так? Анальчик уже нельзя написать. Замай, замай там. О, пенис можно. Пенис можно. Работаем. Так, а вагина? Нельзя вагину. Че, ребят, за 64 проходим? Да, да, у меня почти получилось. Я нашел игру интереснее, чем вот. А, вот как здесь. Во, как здесь. Там лучше, если что, в левый глаз, где вентилятор. Еще. Но это тяжело. Мне кажется, это работа для настоящего идиота. О. Получилось? Нет. Сработано. Сработано. Я что-то не понимаю, почему не получается. А, не получилось, я получил серединку. Блять, за мной не успокоится теперь. Говно. Блять, ну за 64, конечно, это ебать как тяжело пройти. Я так хочу сказать. Я бы сказал, что это абсолютно не нужно. Ну как же, ну это ачивка. Achievement play. О, влагалище пишется. Пердун. Пердун нельзя, да? И блидун нельзя. А влагалище можно. Я, пожалуй, досрочно завершу. На дне морском. Раунд. Так и получается. Так, ну вот мы, ребят, с вами и прошли полностью игру «Гольф с друзьями». А теперь нам нужно, чтобы наши зрители... Нет друзей, мы ненавидим гольф. Нет, нам теперь нужно, чтобы наши зрители написали в комментах, какой следующий режим прохождения они хотят. Мы делаем небольшую паузу по записи. А они знают, какие там режимы? Да, я показывал уже баскетбол, хоккей. Вечеринку мы играем на стриме, ссылочка вот здесь иногда. Исследование — это просто смотрим карты, а баскетбол, хоккей уже готовые сборки новых режимов. Либо мы пользовательскую какую-нибудь делаем. Ну вот такая вот канитель. Большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в сообщество бездельников и что, оставляем комментарии. И всем пока!